Служба безопасности границы Идоской префектуры полиции рекомендует перед тем, как отправляться на берег водоема или озера, сделать несколько приготовлений, которые помогут провести отпуск без происшествий. Перед тем, как отправиться на берег или озеро, следует взять с собой мобильный телефон с полным аккумулятором для того, чтобы при необходимости попросить помощи. При выходе в прибрежные воды необходимо следовать нескольким правилам. Плавать в реке Нарва и Нарвское водохранилище можно только в специально разрешенных для этого местах в дневное время и отплывать от берега можно только до соответствующей пометки. Ночью, в период времени с полчаса после заката солнца и до получаса до восхода, нахождение на реке Нарва и Нарвском водохранилище запрещено. Также запрещено находиться в сухом брусле реки Нарва с дамбы и до железнодорожного моста. Выход на острова, расположенные в реке Нарва и Нарвском водохранилище, и нахождение там разрешено только с предварительного согласования с бюро погранохраны. Перед выходом в воду следует узнать, как протекает контрольная линия в пограничных водоемах. Всегда необходимо одевать спасательный жилет. Если на берегах водоемов организуются спортивные соревнования или другие связанные с водой мероприятия, то об этом следует заранее повестить бюро погранохраны и послать согласование о его проведении. Если на берегу или в воде с кем-то случится несчастье, то следует незамедлительно позвонить по номеру 112 или в ближайший пограничный кордон. Позвонившему следует как можно точнее описать место происшествия, назвать количество людей, попавших в беду, и описать, что случилось. Контактные данные ближайших кордонов можно найти на сайте департамента полиции polizei.ee. При возникновении дополнительных вопросов можно позвонить по инфотелефону 612 30 00.